Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. Как ты видишь, турнир закончился, и мы забираем свой приз. Так, ну что, мастер 3 звезды, иначе и другого и быть не могло. Так, давай, вскрывай. Так, сюрики, хан, золотые осколки и, друзья мои, платиновые. Те самые платиновые осколки. А для чего они нам нужны? Ну, конечно же, для того, чтобы перевести сегодня Ванюшу. Да-да, друзья мои, Ванюшу в платиновый ранг. Потому что вы не собрали достаточно голосов за какого-либо другого кандидата, а по старым голосованиям все выбирали Ваню. Поэтому Ванька сегодня и переходит, ребята, да? Ну что, список. Ёлки-палки, тут у нас и Тимати, и Змея Карай, и Карайка, кстати, и Джастин. И по... Ой, тут персонажи, видимо-невидимо, ты посмотри. Сколько желающих перейти в платиновый ранг. Это просто, ребята, ужас. Тьма тьмущая. Да. Тот, кто голосовал за Хана, чтобы перевести. Кто-то за Мутагеноида. Кто-то даже за Крипа голосовал. А кто-то за этого, за Кирби и Бакстера Муху. Были даже и такие люди. Ну что же, а мы Ваньку. Да-да. Есть контакт. Дождался Ванька своего звездного, ребята, часа. Ну, в принципе, это хорошо. У него две массовые атаки. Одна гранатомет, другая пулеметная дробь, как я ее называю. Ну что, левел мы ему поднять не сможем, но я ему до этого поднял 3 левела. Он был 60-м, сейчас он 63-м. Ну и в чем еще, ребята, все соль? Так, тихо, погоди-ка. Да ладно, испытание технодрома. Вот это круто, друзья мои. Это очень круто, потому что все прекрасно знают, как я хочу накопить себе на Кренга. Именно на... прокачать его на 5 золотых звезд. Для этого мне нужно 90 ДНК, по-моему, если не ошибаюсь. Ну и самое интересное, что у нас откаты, и мы с тобой, естественно, попробуем сегодня бустануть. Уж не знаю, как получится или нет, но попытки, как говорится, никто не отменял. И знаешь, что самое обидное? Что на арене у нас с тобой Тимати. Ну, для кого-то это, видимо, большой плюс. Может быть, есть такие люди, которые любят этого Тимати, да? Который превратился потом в мутагеноида. В принципе, как провокатор он неплох. Единственное, что, ребята, у него мало актива. Мало актива. Он бафает только на крит, насколько я помню. И делает два обычных удара. Один с разбега, а другой просто удар. Ну, такой, знаешь, не сказать, что мобильный, да. Рахзар в этом плане будет намного круче, как по мне. Ну что же, героев не выбирает, а нам нужно с тобой буститься. Ну что, 11-11 я вижу, да? Может быть, дадут мне 11-12, не? Сейчас вообще ни того и ни другого не увидим, по-моему. Ладно, если сейчас выпадет 11-11, мы с тобой остановимся на этом. Дженс, вот так вот. Ну что, друзья мои, летим. Да что ты, летим с тобой. Да иди ты в самый хвост. Хвост я называю, ребята, это где самые-самые слабенькие мои персонажи. Ну, по сравнению с Дженсом-то, да? У него 16-17 уровень, а у нас, извини меня, 35-й. Ну, извини, меньше нету. Что я могу сделать? Так, бравая команда. Начнем-ка вот с этого лопоухого Кирби. Ну ладно тебе, что ты так слабенько бомбанул-то? Мог бы и посерьезнее звездануть бы. Так, Кирби упал. Сделаем массовую атаку, может быть, постепенно повесится. Кто его знает. Да ладно. Нейтрализатор так быстро сдулся. Я не ожидал, если честно, ребята. Ну, будем знать, что Донни ролевик довольно неплохой против. Но он против всех, ребят. Неплох, на самом деле. Потому что у него массовая атака все-таки. И когда ты ее прокачиваешь, например, да, 5-й ступени, она с шансом, по-моему, 60% навешивает еще и постепенный урон. Так, Вардуи у нас с тобой, понимаешь, Вардуи 22-й уровень здесь. Это максималка, я смотрю, да? А у нас с тобой 35-й. Ну, как обычно, ребят, ничему удивляться здесь не приходится.
Из этой компании мне очень нравится здесь Пит. Смотрит, он здесь, конечно, динамично очень. Так, ну-ка давай-ка из бластера. Тюн-тюн-тюн-тюн. Пумс. Так упала еще. Ну и Лео, естественно. Массовая атака у него не особо, ребята, сильная, потому что она не прокачанная, но тем не менее для этих голубчиков хватит. Более чем. Ну что, добьем? Конечно, добьем. Так, ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше. Потихоньку, полигоньку покоряем вершины. Сегодня я хочу, наверное, дойти до Лиги Сёгунов 3 звезды. Я надеюсь на это. Что у нас получится? Буст должен быть неплохим, потому что времени прошло, ну, 1,5 часа назад, ребята. У меня буст произошел, то есть обновление недели. А отсюда идет отсчет у меня. Так, Лаки. Ну-ка, давай возьмем. Так, 24 уровень, да? Тут, видишь, еще хорошо, когда противники по уровню были бы сильны. Соответственно, и уровень, и звездность дает нам офигенную прибавку именно по очкам. Так, ну здесь, наверное, мы начнем с Рафаэля. Пум-пум. Ага. Добивка, естественно. Так, давай колонку. На-ка. О, как все запущено. Рафаэль, ты крут. Ты крут. Шредер, а ты не хиляйся, тебе это все равно не поможет. Ну что же, ты сам все прекрасно видел. Прошли идеально. Даже Рафаэль меня порадовал. Когда водой их окатил, сразу двоечку минусанул. Так, ну а мы с тобой переходим в элиту. И у нас с тобой 73-я позиция. Элиту мы с тобой сейчас тоже быстренько должны пробежать. И вот, вот я об этом хотел сказать. Если будет фартить Лабона. Чуть ли прям как не Лобода, Лабона. Так, Армагон, подожди, твоя очередь еще настанет. Дай ребятам маленьким повеселиться. Так, а там я смотрю 28-26 уровень, да, у нас. А мы уже с тобой приблизились к 40-м. То есть, ну, врагу просто, ребята, ну, некуда деваться, как только проиграть. И я думаю, даже никто не упадет у нас. Так, кролики начинают. Массовая атака. Да, она слабая, ребят, слабая. Так, здесь мы, наверное, сделаем. Уничтожим кроликов в первую очередь. Потом, наверное, Кирбиса, да? Ой, тут Кирби нет, тут муха же у нас. Что это я? Из водяного пистолета, давай. Нет, это не водяной пистолет, ребят. Водяной пистолет, это, по-моему, у Рокстеди, да? Что-то я уже совсем забыл, у кого водяной пистолет. Нет, у Бибопчика должен быть. Так, да тихо ты, зачем ты взял провокацию, парень? Она же тебе не поможет вообще никак. Тынц, я же говорю, не поможет. Слушай, а у кого водяной пистолет? Нет, по-моему, у Бибопа, да. Только вот у какого? Это у нас классический, да? Ну, ясен перец, не у Бибопа фильм. У кого-то... У кого-то другого. Так, ладно, не будем забивать сейчас голову себе этим. У кого-то водяной пистолет. Мы с тобой уже в элите 2 звезды. Вот что надо обсуждать. Что мы с тобой очень хорошо идем. 12-14, но я думаю, что не дадут мне, наверное, 13-15 здесь. А, дали. Ну что же, раздали, ребята, значит, надо использовать такой шанс. Да куда ты лезешь-то? Блин, я вот, ребята, просто хочу промотать вот так вот, да, делать. И автоматически, когда нажимаешь на персонажа, он сам включается уже в отряд. Ну что, уже у нас все. Фулка по команде, то есть 5 персонажей, это максималка. У противника там какой уровень? Ну, в любом случае, мы их сейчас отдубасим. Ну-ка, Рафаэль. Тынц. Прекрасно, бросим теперь гранату. Так, минус. Еще, баллончик давай. Зарядим. И остается Донателло. Сосиска его, тынь-тынь. Пиццелицы, я представляю, ребята, да. Из кармана такой достаешь две сосиски в упаковке и начинаешь ими махать. Посмотрят, как на дурачка, скажут, ты че? А ты как этот, сосисочник, ё-моё. В общем, мы с тобой в элите 3 звезды. Давай двигаться дальше. Так, элита. И 13-15. А дадите мне что-нибудь посерьезнее, там, 13-16? Наверное, не дадут. Дадут, дадут, ребята. Дулара. Ну что ж, Дулара.
Я смотрю, противник-то уже нас почти догоняет. Смотри, у него уровни-то уже 36-й, 37-й, то есть практически 40-е. Без всяких рисков мы берем с тобой в команду нашего Крэнга. Да, он не особо, конечно, здесь сильный, но я думаю, для поддержки штанов он здесь как раз будет в тему. Самые опасные — это вот эти вот ребята. Леонардо. Это я тебе точно говорю. Хотя на самом деле здесь команда такая довольно добротная. Здесь Крис Брэдфорд, здесь Рокстеди. То есть можно даже сфейлиться, но уже нет. Уже все, ребят, победа здесь. Если бы они хотя бы дожили до своего хода, то, скорее всего, да, могли бы мне тут немножко нервы потрепать. Но так как мы их сразу уже на начальной стадии начали разбирать, они упустили свой шанс. Хотя я тебе повторю, уровень практически был одинаковый. Так, а вот эта промашка, почему это мы с тобой не перелетели? Должны были, по идее, должны. Не дотягиваем, понимаешь? Не дотягиваем. Арбен. Ну давай, Арбен. И опять же, смотри, только что вот в этом бою были противники более серьезные, да, там почти 40-й уровень, а тут опять почему-то меньше. Тут, я думаю, мы, наверное, и сами... Хотя... Ну, давай я возьму Леонардо сюда, на всякий случай, полтинчик. То есть он и провокатор, у него есть и массовая атака, это волна. И опять же здесь два Леонардо. Тут вообще команда из черепашек чисто состоит. Это довольно круто. Так, ну, тут удивляться нечему. Вот этот удар сильный. Я представляю, если его прокачать по фулке, он, наверное, будет дамажить, будь здоров. Ну что же, делаем волну с тобой. И остается один Лео. Естественно, слышу его, ушатывает. Прекрасно. Но буст у нас почему-то с тобой немножко запарывается. Обычно мы с тобой в элите не засиживаемся долго. А тут вот как-то получилось. Странно, ладно. 13-16. Давай-ка мы с тобой посмотрим. 14-17. Выдадут мне такой бонус или нет? Тихо, чуть не нажал. Есть такое дело, это Кенни. И смотри, уровень какой. Уровень 40-42. То есть мы уже сравнялись с нашим противником. И с будущими противниками тоже практически сравнялись по мощам, по силе. Поэтому, ну, насколько мы знаем, ребята, да, уже проверено неоднократно, потому что играет, ну, как бы, составы, может быть, и реальных персонажей, но за них играет бот. И он, ребята, делает героев под себя. Он их может сделать, ну, как тебе объяснить, все скиллы прокачать по фулке, понимаешь? И поэтому драться на равных, например, 40-е против 40-х, это бесполезно. Они все равно тебя прожмут. То есть есть мои персонажи, да, 40-го уровня, и вражеские персонажи, мы проиграем в любом случае, потому что у них прокачаны по фулке. Я уже это замечал неоднократно. Поэтому я и беру, ребята, подстраховку более сильного персонажа, который может, ну, как бы, нанести первоначальный дамаг и по возможности даже уронить как можно больше противников. Так, чат у нас здесь. Уже 44-й. Слушай, быстро идет рост персонажей, очень быстро. То есть уже 44-й, почти уже полтиннички, ребята. Мы еще с тобой полтинники не отыграли, мы только к ним подошли. Это надо учитывать. То есть теперь я взял Джастина. Не удивляйся, почему. Я тебе уже объяснял 5 минут назад, для чего это все делается. Вот для чего. Что за лаги еще начались тут, эй. Вот не надо мне вот этого, блин, ребят, когда начинаются лаги, она может вылететь. Это уже проверено. Или нам надо перезайти, или это бой просто так. Не знаю, в чем проблема. Лишь бы не вылетело. Особенно в такой самый неподходящий момент. А то там, по-моему, засчитывается сразу фейл, да? Слушай, мы что-то как-то с тобой очень медленно идем. В Лиге Самураев только до третьей звезды сейчас дойдем, да? Потом там еще надо будет подраться. Что-то не то. До Лиги Сёгунов 3 звезды. Не знаю даже. Не замахнулся ли я, друзья мои? С
таким желанием перейти в лигу Сёгунов 3 звезды. Дай бог тут вообще. Ну, что с игрой сегодня происходит, я не могу понять. Серваки, что ли, там у них опять барахлят или что? Друзья мои, если вы играли сегодня тоже в арену, напишите, у вас были какие-то вот такие вот сбои, или это только у меня? Я знаю, что когда я играю на мобильнике в эту игру, у меня вообще она летит просто-напросто. Когда я играю за компьютером, она какие-то вот выдает свои фокусы, выкрутасы, я не знаю. Либо это эмулятор барахлит, либо действительно что-то с игрой. Но вы периодически пишете, что тоже у вас бывают всякие баги, лаги, и игра вылетает, поэтому как бы есть место быть, что у них на серваках какие-то проблемы. Они бывают даже, ребята, помните, как у нас начало недели арены не было вообще. Просто не было арены. Не подготовлено. Так что удивляться нечему. Так, ну-ка давай бомбанем. Смотри, видишь, вот о чем я тебе говорил. 49-й, полтинники. Это опасно. Это опасно, ребята, потому что, смотри, мы на равных выступаем. Шархан со своей задачей не справился. Он не завалил всех. И это плохо. Это очень плохо. У них очень много массовых атак. Так, я вижу здесь. Блин, как быть-то? Нам еще, видишь, заблокировались все суперудары. Надо хиляться, если успеем. Так, Шархан, вали. Есть, отлично. Так, теперь кого нам надо? Мондугека, по идее, пробить. Но у них пониженная броня. Но я что-то, ребят, не ощущаю этого. Так, нам нужно захиляться. Окей. Так, этот ускорялку тоже врубай, да? Так, секунду. Бакстера нужно валить, ребята, потому что, ну, он опасен. Он, если выпустит волну свою, нам не поздоровится. Ать. Так, ну что, в принципе, наверное, да, мы здесь выиграем с тобой. Потому что морозилка особо не сделает нам ничего, да, вредного. Но это было опасно. Это было опасно на самом деле. Вот Шархан так вот, ребята, может подвести. Хотя он 70 уровня. И я, честно говоря, думал, что он положит. Нет, не положил никого. Ну, слава богу, все обошлось. Так, ну что, мы с тобой уже приближаемся к сёгунам. Так, давай-ка мы с тобой здесь. Ага, 15-19, это у нас Куин. Или Куан. Или Хуан. Ну, не имеет значения. В общем, ты понял. Раз, два, три, четыре. Ну, тут уже, ребята, переходим к тяжелой артиллерии. Тут уже полтинники, 100% надо брать кого? Зэка. Именно зэка. Почему? Ну, здесь против 49-х полтинников зэк идеально заходит. Во-первых, он их замедляет, а во-вторых, он наносит им офигенный урон. Вот смотри. Видишь, да? Это вот он против своих, которые на равных, скажем так, да, 80 уровней. Там он ничего не сделает. Ой-ой-ой-ой-ой, муха. Ё-моё, да... М-да... Муха вот эта вот. Ну, ты сам видел, что она сделала. Давай, крыса. У них пока броня понижена, надо их бомбить, ребят. Так, окей. Кто там следующий будет ходить? Либо-либо, да? Ну, мы будем валить вон того, по возможности. Так. Нейтрализатор, ну-ка давай. Холодильничка у него. Блин. Он сейчас сделает пакость. Валим его. Норм. А, вот у кого водяной пистолет-то, елки-палки. У Рокстеди. Точно, ребята, у Рокстеди водяной телефон. Ой, этот. Водный телефон. Блин, телефон. Этот, пистолет водяной. Вот он сейчас стрелял. Он массовая, кстати, атака у него. Ну что, мы победили здесь. С горем пополам. Ладно, двигаемся с тобой дальше. Так, поздравляю нас с сёгунами. 64-я позиция. Интересно, доберемся мы сегодня с тобой или нет, а? 15-19. Давай-ка 16-20, а? Будь так добр.
16.20, и все будет окей. О, 15.20 было только что. Значит, здесь нет 16.20. Ладно, давай 15.20, хорошо, я согласен. И фиг ведь даст сейчас, да? Нет, есть такой. Это у нас Анна Мара. А может быть, Анна Мара? Не имеет значения, берем с собой Дони. Куда ты лезешь? Беру сюда нейтрализатора. И вот этих вот. Ну, опять же, хочу оговориться. Ой, подожди, подожди, подожди. Мы все прекрасно знаем, что... Так, давай-ка я лучше возьму... Вот так. Мы все прекрасно знаем Дони, да, Донателло. Он сам по себе толстый, да, его фиг пробьешь. Но он не даст нужной защиты и не даст такой вот, как сказать... Такой поддержки, чтобы мы были с тобой на 100% уверены, что мы в безопасности, понимаешь? Он за себя может постоять, но не за команду. Это не командный игрок, хотя щиты он вешает знатно. И массовая вот эта вот атака сюриками. Но здесь смотри-ка, здесь хорошо прокатило. Она слабая сама по себе. Поэтому рассчитывать на нее особо не стоит. Так, ну что, Лео, справишься? Справился, молодец. Вот, поэтому я и взял в поддержку Криса Брэдфорда. Именно с его бафом. Он бафает команду нашу. И она становится сильнее. Так, ну что, Лига Сёгунов, две звезды буквально через бой. Так, 15-20, давай-ка. Вот, было здесь. Опять я, как всегда, спешу вперед, батики, в пекло лезу. Вот. Так, это у нас Дмитро. Ну, это явно Димка. Просто назвался Дмитро. Раз, два, три. Четыре. А что я здесь, ребята? Я здесь уже все делаю проще. Начинаем на каждого четвертого слабенького персонажа. Берем одну имбу. Это Армагон, Усаги, Лео, не имеет значения. Но только не Майки и не Рафаэль. Понимаешь, да, почему? Потому что это, опять же, я говорю, игроки, у которых нет массовых атак. Они мощные, они в платиновом ранге, но у них нет того, что нужно для победы. Они в основном саппорты. Так, ну что, а мы с тобой в Сёгуне две звезды. Все. Давай, как говорится, попробуем продвинуться. Может быть, в мастера залетим хотя бы в одну звезду. Да, по идее, это возможно, это реально сделать. Тут немножко везения. Ирина. Тут нужно немножко везения, и все у нас будет хорошо. Так, давай попробуем взять Бакстера. И, по идее, он здесь должен по инициативе. Хотя, что я уже переживаю? Мы перешли... Да, мы уже перешли на 60 уровень. Поэтому сможет он сделать первым, не сможет, уже никого не колышет. Эти ребята уже сами за себя могут постоять, так что... Но все равно красиво. Все равно красиво он сделал. И быстрый такой довольно-таки бой у нас получился здесь. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше и, наверное, перейдем или нет? Как думаешь? Да я думаю, перейдем. А, какой перейдем? Мы уже перешли с тобой. Все, я что-то даже, ребята, совсем, видимо, не выспался. Видимо, не выспался, голова не варит. И я уже, знаешь, такой на расслабоне. Победа у нас впереди. Так, опять Дмитро. Молодец, Дмитро, ты меня выручаешь сегодня. Красавчик, красавчик. Так, раз, два, три. Что-то игра, вот, что-то, ребята, вот она подлагивает. Серьезно тебе говорю. О, новоиспеченный платиновый Ванька у нас здесь. Блин, после спринтера нам придется с тобой прокачивать Ванюшу. И я думаю, что это будет достойно, на самом деле. Прокачать ему пулеметную дробь. Что у него там еще? Гранатомет. Граната у него есть. Слушай, а гранатомет разве массовая атака? У него, по-моему, граната массовая атака. А гранатомет, блин, я не помню, если честно. Раньше Ванька у меня, это еще на начальных этапах, не выходил из нашей команды. Постоянный был клиент. А потом что-то все сошло на нет, и его как-то мы заменили.
Так, вы дадите мне что-нибудь посолиднее сегодня, да? 16-22, судя по всему, не дадут. Нет, не хотят. Дмитро, ты меня не выручишь сегодня, нет? Больше? Не дашь мне повышенный разряд? Не, ребят, не дают. Берем ислам. Так, ну, погнали. Я возьму, наверное, Армагона здесь. Раз, два, три. Ну, три и четыре. А у нас все, ребят, по-моему, последние поединки. Так что здесь особо ничего не сделаешь. Просто удар. Окей. Так, и валун, конечно же, валуном. Давай. Все. Изи катка. Ну и последний поединок. Да, жалко, конечно, что мы не дошли до Лиги Мастеров. Я думал, что, ну, теплилась надежда. Но все-таки то, что я изначально поставил, да, что мы хотели с тобой в Лигу Сёгунов попасть, мы попали. И это самое главное. Так, ну что, 16-21. Все-таки не дадут мне, да, наверное? Повышенный разряд. Вот, 16-22. Это Кристина. Кристи. Окей. У нас с тобой больше никого не осталось, поэтому делаем откат. Давай вот так вот. Тут уже, в принципе, без разницы. Тут и одного, например, Леонардо было бы достаточно, чтобы выиграть катку. Но нам нужны именно очки. А очки начисляются за каждого противника и за каждого нашего бойца, который у нас присутствовал. Потому что умножается там на 5 персонажей, на одного, на двух. Тыч. Оу. Даже еще и выжили. Я думал, упадут все. Нифига. Вот так, ребят. Ну что же, как ты видишь, мы с тобой здесь сделали такой мини-буст у нас сегодня вышел. Но, тем не менее, неплохой результат. Неплохой результат. Какая там позиция? 12-я. Можно было бы, конечно, еще взять по откатам, да, и перейти, но для чего? Этого делать не надо. Ну что, ребята, у нас с вами есть очки. Давай зайдем в магазин и приобретем с тобой ДНК на Лео Космос. Так, 70. Ну что, друзья мои, 10 ДНК, и он будет у нас повышаться по рангу. Вот что я тебе хочу сказать. И это круто. Так, что у нас по испытаниям? Классическая бойня. Это что? Подожди, у нас еще девичья сила. Ооо, девичья сила. Это эти ребята нам нужны. Эти ребята нам нужны. Именно Бибоп и Рокстеди. Шредер классика. И, конечно же, Крэнк. Конечно же. Ну что, давай пойдем. Пойдем, как говорится, повеселимся с тобой чуть-чуть, да? Разомнем, так сказать, косточки. Ну что, для начала, ребят, естественно, первые там 5-6 боев на автобое. Они сейчас тут сами все разрулят. Нас интересует уже туда, ближе к финалу, да? Тем более сейчас спринтер у нас с тобой прокачивается по скиллам. Он будет бомбить божественно. Можешь об этом не сомневаться даже. Единственное, что у него не прокачан вот этот удар. У него вроде бы как бы трость, да, в руке. А на самом деле в этой трости еще и спрятана катана. Как ни странно. Вот, именно вот эта вот катана, она у нас не прокачана. Да и, по-моему, баф массовый тоже не прокачанный. Но я думаю, здесь это уже не столько, как говорится, важно. Важно нам то, чтобы получить нужных нам персонажей, ДНК на них. Это Бибоп, это Рокстеди, это классический Шреддер и, конечно же, Крэнк. Тем более у нас на аренке разыгрывается... Подожди, на аренке. У нас не на аренке, у нас платиновое испытание, да, будет Крэнк. Надо будет как-то по возможности фармить, но... И еще беда такая, знаешь, что у меня эти телепорты закончились. Я сегодня покупал, или когда вчера... Соточку, 100 телепортов взял. Естественно, потратил 500 этих бакинских. Вот, а хотел 250 взять, но там надо было 1200.
Не успел накопить, короче. Так, ну что, Донни, давай, поехали. Кстати, вот эти вот первоначальные этапы, которые мы с тобой проходим, их можно, в принципе, фармить. Почему? Объясняем. Там разыгрывается классический рокстеди и бибоп, а они именно нам нужны. Поэтому вот если... Ну, согласись, если выбирать фарм между Крэнгом и рокстеди с бибопом, я возьму лучше Крэнга. Вот когда Крэнга я прокачаю, тогда можно будет и этих классических юзать, да? Выбивать, как говорится, ДНК и потом уже прокачивать. А пока в приоритете вот у меня именно Крэнг. Я его даже сейчас пока и не юзаю очень сильно, потому что, ну, ты сам видишь. Мы занимаемся прокачкой других персонажей. А так у Крэнга, что, у него есть массовая атака. Он бафер. Он... Вот единственное, ему не хватает, знаешь, чего? Провокации. Или лечки. Провокацию или лечка, одно из двух. Было бы вообще имбово. Так, давайте-ка. А он получается как кто? Ну, как саппорт получается, поддержка. Можно так сказать. Ну что, Шреддер, классика, выходи. Шестой канал захватил, да? Транслировала новости там. Так, Майки делает уклоняшку. В принципе, нормуль. Только он 45 уровня, Лео сейчас его ушатает. Все. Одной вертушки было достаточно. Но я даже в этом не сомневался. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. У нас... кто там будет? Мы сейчас кого с тобой? Ага, Леонардо, классика, да? Рафаэль, Майки и вот... И вот потом уже будут самые-самые смаки. Ну, я не знаю, ребята, пишите в комментах. Хотя девичью силу нужно проходить. Я хотел спросить у вас, будем ли мы проходить девичью силу? А потом вспомнил, там же у нас Кунаичи, там у нас Шинигами. Ну, слава богу, Алапекс мы уже с тобой накопили. Поэтому две, как говорится, девчули, которые нам нужно с тобой получить. Это именно Кунаичи и Шинигами. Ну, то испытание можно даже, ребят, наверное, не снимать, да? Пройти его за кадром, потому что мы его проходим вообще с полтычка. Если ты со мной согласен, ты можешь плюсик в чате. Не в чате, ребята, а в комментариях. Поставить плюсик, и я пойму. Я тогда за кадром пройду его, и все. Потому что, действительно, то испытание девичья сила я прохожу на автобое. Я вот так вот просто ставлю и могу спокойненько попивать себе чай и общаться с вами. Понимаешь, да? Там ничего трудного нету. Раньше, когда-то, давным-давно, это испытание было серьезным. Но я тебе скажу следующее. Там же дают персонажей, да, вот этих женских, с прокачкой стоповой. То есть со всеми скиллами, со всеми бафами, дебафами. И вот в тот момент как раз и можно посмотреть, что может определенный персонаж на определенном уровне прокачки. То есть как бы... Там Кунаичи, да, когда она может выпускать молнии. Потом кто у нас? Шинигами, да, когда у нее там летучие мыши эти появляются. И причем, если я не ошибаюсь, там все это прокачано до 7-й ступени. То есть там фуловая прокачка. Единственное, что уровень, да, уровень не фуловый. А в остальном все даже очень хорошо. Так, ну что, мы здесь с тобой довольно неплохо идем. Вторая волна. Уровень у противников 65. То есть они нам как бы... Единственное, что сплинтер могут навалять. Но это под большим вопросом. Сплинтер не такой ватный, чтобы просто так сдуться здесь. Причем не забывай, что у него контратака есть. То есть любой, кто его ударит, об этом пожалеет. Я вот единственное не знаю, он когда контратаку делает, он может немоту повесить или же нет? По-моему, нет. Но он может снизить, по-моему, атаку. По-моему, так. Тыч. Видишь, не прокачан удар, друзья мои. Вытащил свою катану, но урон, конечно, минимальный он наносит. Но это и понятно. Так, а вот она классическая, да, у нас. Бибоп, Рокстеди и Шреддер. Шреддер упал. Так. Рокстеди упал. Ну-ка, Майки. Да ладно, серьезно? О, полетел.
Ничего себе. 65-м уровнем он полетел на майке и отнял у него четверть здоровья. Это серьезная заявочка, кстати. Так, ну что, друзья мои, идем за Шредером. За ДНК. Ну, кстати, вот это испытание довольно неплохое, да? Потому что здесь у нас три. Какие три? Четыре ДНК, которые нужны. Это Шредер, это Крэнк и Бибоп с Рокстеди, с классическим. Да-да, именно эти персонажи мне нужны. Ну-ка. А, что там он сбивает? Он же только сбил броню, ребят. Нельзя посмотреть чистый урон именно сплинтера. Так, с удара. Оу, баф. Ну, баф у нас, по-моему, прокачан по фулке. Ну, я имею в виду до 6-й ступени. До 7-й пока еще никак. Не дотянули мы с тобой. У нас пока из... Нет, мы можем прокачать с тобой некоторые скиллы, если захотим. Но это обычные атаки будут. Обычные атаки меня не интересуют. Меня именно массовые. Вот массовые — это да. Так, ну что такое, ё-моё. Тут, кстати, 5 волн. Ну-ка, ага. Так, а подожди, а там что дальше будет? Крэнк, что ли, у нас? Точечный удар. Заблокировал способности, это круто. Ну, Шредер сам по себе не кислый парень, поэтому шутить он не любит. Бумс. Так, тихо-тихо-тихо. Единственное, что, знаешь, что я сейчас подумал? А не зря ли я сплинтера не выложил? Так, подожди, тут, по-моему, надо перейти уже в особый режим. В ручной. Потому что последняя волна, и кто у нас там? По-моему, Крэнк. По-моему, там вся вот эта шейка-лейка будет, да? Или просто Крэнк? А, просто Крэнк выходит. Все, понял. Но опять же, не забывай, что у него массовая атака есть. Так что как бы с ним тут особо шутить не стоит. Сделаем уклоняшку сразу же, да, с тобой. Я просто за сплинтера боюсь. Мы-то выдержим, а вот сплинтер, наверное... Я даже не знаю. Возьмем провокацию. Так, заблокируем, может. А, вот, видишь? Понизили атаку. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот это вот. Но он, по-моему, не попал даже, да? Ну-ка, вертушку. Делаем. Фигово как-то. Ну и захиляемся, на всякий случай. Найс. Пумс. В ответку. Ну и последний удар. Готов, парень. Шикарно. Так, ну что, мы с тобой получаем ДНК на Шредера. Шредер классический. И последний поединок. Это у нас, опять же, будет Крэнк. Но если не ошибаюсь, он будет уже со всей свитой. Поэтому сплинтера мы с тобой туда не берем. Его убираем, ребята, с команды. И идем. Сплинтера просто могут, ребята, разобрать. Я как бы в целях безопасности и в целях то, что мне нужно просто пройти на 3 звездочки. Я вот, правда, не помню, он тут фармится именно на этом этапе или нет. Крэнк, по-моему, фармится. И если фармится, это будет хорошо, друзья мои. Мы сможем тогда немножечко пофармить. Но опять же, проблема у нас с этими, с телепортами. Чтобы фармить, нужны телепорты, а их у меня очень мало. А за один фарм берется 4 телепорта. Вот сам подумай. 10 раз проролить — это 40 откатов. 40 телепортов. То есть, ну, довольно дорого. Так, тихо. Давай-ка сюрики. Сюрики, да? Тут тоже 5 волн, поэтому... Но здесь 2 хила у нас, поэтому переживать не стоит. Это Майки и Лео. Переходим снова на третью волну.
Опять клан-футовцы. На четвертой волне я, наверное, буду уже бафаться. Бафаться по полной программе. Я имею в виду вешать уклоняшку, вешать ярость Рафика. Щиты повесим с тобой, да? Ну, в общем, все по полной программе. И хильнемся заодно. Так, тихо-тихо. Ну, что вот вы делаете? Так, не упали пока еще. Минус. Готов. Так, четвертая, предпоследняя волна. Смотрим, что у нас тут. Да вот так вот сделаю, наверное, вертушку, да и все. Окей. И последняя. Вот они, все встали здесь. Делаем уклоняшку. Окей. Теперь делаем с тобой... Зачем я щиты поставил, а? Если у нас уклоняшка... Ну ладно, фиг с ним, пускай. Во-во-во. Кстати, серьезный удар вот этот тут. Но не попал. Так, ну что, я, наверное, начну с Кренга. Просто рубанул. Кренг выпендривался, выпендривался, просто рубанули, и он отдуплился. Нормально. Да. Ой, зря вы Рафика злите, зря. Это еще тут притесался с какого-то перепуга. Так, бафается, да? Окей. Так, ну-ка. Минус? Нет, не минус. А вот так, если... Готов. Попробуем апперкотик ему прописать. Ну, неплохо. Так, уклоняшка уже слезла, да, у нас? Ну да, уклонения нету. Да, в принципе, это не страшно, друзья. Это уже не страшно. Этого бибопчика мы с тобой сейчас завалим. Все. Шикарно. И мы с тобой получаем, по-моему, ДНК. Одно ДНК на Кренга. Сейчас посмотрим. Это, кстати, испытание очень-очень редко. Да, одно ДНК на Кренга. Так, смотри, мы можем с тобой, вот если будем вот этот эпизод фармить. Видишь, 2 ДНК на Кренга, ну и 2 ДНК на Шреддера. А вот это вот нам не нужно. И также вот здесь. Видишь, здесь можно вытянуть 2 ДНК на Бибопа. И здесь, вот здесь даже лучше. Здесь можно и Рокслиди вытянуть, и Бибопочка. А это уже не стоит, здесь лишняя заморочка. Так, ну что, друзья мои, вроде бы и все, да? Я за кадром пойду уже, как говорится, набивать вот эти осколки. А с вами мы прощаемся, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.